Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша, и я очень рада вас всех видеть. В этом видео покажу коллекцию своих заказов гель-лака с AliExpress фирмы Elite 99. На AliExpress это одна из популярных фирм. У меня есть 3 гель-лака в мини-упаковках и 2 гель-лака в стандартных. Хотя очень интересно, продавцом в мини заявлено 7 мл, а в больших 7,3. Абсурд, в этих малютках 7 мл быть не может. Маленькие бутылочки белого цвета, стеклянные. А большие бутылочки выкрашены в цвет гель-лака, что очень удобно. Ну давайте все их выкрасим и посмотрим. Начнем с малюток. Они у меня под номерами 1532, 1556, 1579. Гель-лак под номером 1532 – это розовый цвет, немного припыленный. Наносится хорошо, и первый слой отлично перекрыл типсу. По консистенции средней густоты хорошо выравнивается. Второй слой – отличное покрытие. Следующий гель-лак под номером 1556. И этот цвет, думаю, темно-фиолетовый, немного полупрозрачный. По консистенции средней густоты, самовыравнивается. Первое покрытие уже красиво, но думаю, второй слой будет насыщеннее и еще лучше. Отличный второй слой. Цвет яркий, насыщенный, очень красивый. Третья малютка под номером 1579. Цвет нюдово-коричневый, полупрозрачный. Наносить его сложнее, чем предыдущий, так как консистенция немного жиже. И если тонким слоем, то полосит. Чуть гуще слой получше наносится. Постаравшись, можно нанести хорошо, и он сам немного выравнивается. Второй слой дает уже цвет насыщенный, хорошо выравнивается. Переходим к стандартным бутылочкам. Первым возьмем под номером 40545. Цвет похож на баклажановый с серебристым шиммером.
Первый слой немного плешивит, но цвет насыщенный, красивый. Консистенция гель-лака жидкая, наносить и сушить лучше по одному ногтю. Покроем вторым слоем, и результат уже лучше, все хорошо выровнялось. Второй под номером 90-483. Цвет нюдовый бежевый. Он также с серебристым шиммером, очень мелким. Первый слой немного плешивит. Консистенция жидкая. Второй слой перекрыл хорошо, и проплешин первого слоя не видно. Эти два гель-лака подписаны как шеллак. Покрою все топом Blue Sky. Вот что у нас получилось. Это три малютки. И вот еще два гель-лака. Все цвета мне понравились. Те, что в больших бутылочках, выкраска на типсах совпала с цветами бутылочек. Все ссылки будут под видео. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было вам интересным и полезным. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Впереди еще много интересного. До новых встреч. Пока.